Такой стул есть у многих путешественников. Ведь он порой как палочка-выручалочка, к примеру, для любителей рыбалки или отдыха на природе. Если вы заядлый турист, стоит уже достать с верхних полок шкафов этот атрибут. Ведь подготовка к летнему сезону в регионе началась официально. При этом те, кто любит более комфортный отдых, бронируют гостиницы и турбазы. Практически 90% номерного фонда с середины июня до середины августа уже распроданы. И не мудрено, ведь в этом сезоне Иркутская область планирует принять более миллиона путешественников. Большая часть – это жители нашей страны, но ожидаются и туристы из Китая. Они уже стали частыми гостями у нас в регионе, тем более им сейчас из-за курса рубля выгодно приезжать в Иркутскую область.